Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Итак, первое, что хочу сказать, что очень-очень непросто зарегистрировать аккаунт покупателя в нашем время на сайте AliExpress. С самого утра бьюсь, чтобы зарегистрироваться на этом сайте. Ну, наконец, зарегистрировался. И теперь цель этого ролика сделать коротенькое видео по настройке вот рабочего состояния так скажем для продаж вот смотрите первым делом вот допустим вам должно быть видно вот после буквы c вот два хромика вот этот первый хром Скажем так, назовем его так, первый хромик. Это то, что я вам выслал, аккаунт продавца. Вот будем считать, что это аккаунт продавца AliExpress. Так, минутку, здесь болгарку включили. Итак, в, в том хромике, который, в хроме, который я вам выслал, надо будет добавить еще одного пользователя. Пользователь добавляется следующим образом. Вот здесь, вот это основной ваш профиль и ваша аватарка. Кликаете на нее и внизу добавить есть такая кнопочка добавить еще одного пользователя я уже добавил вот и назвал его условно байер то есть покупатель а это у нас продавец давайте покажу как это делается вот можно и через это колесико кликнуть открывается вот такое вот поле это у нас покупатель это продавец и здесь добавить кого-то еще то есть у вас будет один вот основной, вы добавите покупателя. И у вас здесь будет два профиля, которые вы можете параллельно открывать вместе. И теперь с профиля продавца переходим на профиль покупателя. Вот смотрите. У меня, как видите, все Автоматом регионально подтянулась. Страна Армения, язык русский, валюта армянская, АМД. Первым делом нам надо настроить вот здесь, чтобы показывалось. Франция, язык английский, валюта евро. Чтобы мы могли легко работать здесь надо это поменять но перед тем как поменять покажу следующий шаг следующий шаг это вот набираете в google aliexpress дропшиппинг центр вот в этой же в этом же аккаунте в этом же пользователя и первая же ссылочка вас перекинет в этот центр. Вот переходим. Сейчас все это проделывается вживую. Возможно, будут какие-то задержки, небольшие тормоза, но лучше вы увидите все сами. Это пользовательское соглашение. Листаем, листаем, скроллим, скроллим, типа читаем. Хорошо бы там притормознуть перед каждым пунктом, потому что Али все-таки кое-что отслеживает. Итак, дошли до самого низа, что все это было по-русски, что пока ничего не меняем и здесь вот есть такая строчка. Я прочитал и принимаю общее соглашение по прямым поставкам на Алиэкспресс. Ставим вот здесь чекбокс, чтобы активировалась. Вот здесь есть кнопочка серенькая. Ставим чекбокс, она покраснела. Приняли соглашение. Делаем далее. Следующее. Типа опять мы читаем. Вот видите, первый шаг, второй шаг. Разрешение на использование данных и так далее. То есть, ну это обычное дело. Опять же, вот есть строчка. Ставим чекбокс. Кликаем далее. Имя. Выб... Ну, у меня подставилось УА Шопер. Как-то меня вот так вот зарегистрировал Amazon. Ну, я поставлю Феликс, вы напишите, что хотите. Ну, давайте здесь, поскольку буду использовать для некоторых э, показов, напишу, ну, Феликс, вот так пусть будет. Куач. Вот и отправить. Все. На этом вы зарегистрировались в дропшип-центре. Вся регистрация в дропшипинг-центре у вас закончилась. Здесь можно сразу, вот видите, настроечки, выбрать настройки, язык. Выбираем английский валюту в евро. То есть то, с чем мы работаем. И сохраняем. То есть в дропшип-центре у нас будет показываться все на английском языке и цены в евро. Это потом при желании можно поменять, но не надо. И вот здесь перейти в дропшип-центр. Переходим. И вот он, этот дропшип-центр. Вот он несколько простых шагов. С этой кнопочки вот идем. Пожалуйста, вот товары, которые предлагаются под дропшиппинг. Это наше рабочее место. И сразу в закладочке переименовываем в дропшип. И в панель закладок. Посмотрели, вот он. То есть вот то, что предыдущее, я показывать не буду. Вот у вас дропшип-центр. То есть, когда вам надо сразу попасть сюда, вы кликаете туда и попадаете вот на эту страничку. С дропшип-центром разобрались. Теперь следующее. Нам надо вот это вот все поменять. Вот видите. У вас будет своя страна или через VPN, через что вы работаете. Вот надо кликнуть сюда и поменять. Вот эти вот настроечки поменять. Доставка, опять же, для поиска пишем две буквочки F и R. Выбираем Францию. Сразу подставляется французский язык. Мы его меняем на английский и сохраняем. Сейчас вот перезагружается и будет у нас, по идее, смотрите, только поменялся язык. Окей, okay. делаем снова. Меняем на Францию. Вот надо кликнуть вот в это поле и поменять на Францию. Окей, okay. Сохраняем. Давайте делать вот постепенно. Пусть доставка поменяется там сначала на Францию. Вот цена и валюта совпадают. И поскольку мы типа стали французами, сразу нам по правилам Евросоюза говорится, что мы собираем куки. Ну, собирайте, так собирайте. Собирайте. Осталось поменять язык. Поменяли язык. И опять вот, понятное слово на французском, но понятно, что надо кликнуть по правой кнопке. Сохраняем. И теперь у нас здесь все стало. Франция, английский, цены в евро. И вот все, что вы проверяете, сделанные вами листинги, сделанные все действия проверяйте именно вот в такой настройке алиэкспресс и только после того как вы все это настроили вот таким вот образом только после этого берите в закладку это напишем buyer готово то есть вот у нас появилось две закладки. То у нас байер, то дропшипер. И только в этом случае, ребята, вот когда вы будете потом через эту, ребята и девчата, вот через эту вот закладочку входить, у вас, у вас будет открываться именно так. Если вы возьмете в закладку на русском там цена в гривнах, например, и страна Украина, вот эта закладка у вас будет выводить под те настройки. У вас все время будет открываться на русском языке, на той валюте, которая была изначально, и так далее. Это тоже, надеюсь, понятно. Следующее, что я вам посоветовал сделать. В адресной строке наберите, допустим, ну, слово Париж, ну, Париж, и, например, фитнес-центры или там какие-то бутики ювелирные, ну, что-то такое, допустим, фитнес-центр вот подставляется. Кликаем сюда, и нам выдаст разные вот адреса. То есть мы здесь берем адреса. Вот переходим на этот, допустим, фитнес-центр. Смотрим, где он находится. Вот он, этот фитнес-центр. И вот здесь адрес. Так, нет, это какой-то греческий. Видите, греция. Это нам не подходит. Это где? Не подходит. Так, Франция. Вот тут что-то у нас выдалось. Фитнес-парк какой-то. Вот адрес. Вот телефон. Есть. Можно любое, что-то другое. А, я порос набрал. Поэтому <laughs> у меня греки открываются. А я думаю, что это мне греки сплошные? Это в Ереване, это в Ереване. Это в Ереване. Надо смотреть, что было именно в Греции. Поехали дальше. Ну, там Париж, Греция. Вот так. Чтобы выдала адрес. И что мы для чего мы это делаем? Вот здесь у себя в аккаунте идем вот смотрите аккаунт вот не здесь а вот здесь вот видите аккаунт кликаем туда и переходим уже здесь типа настройки нашего аккаунта там кошелек добавить и все такое если вам надо вот понять вот видите у нас тут все на английском правый клик мыши и перевести на русский чтобы понять вот допустим где здесь что Поняли, вот адреса доставки. Вот нам надо адрес сюда вставить. И здесь пишите контакт, name, допустим. Здесь заполняйте адрес. Что у нас было? Феликс. Скажем так. Тут, без, тут надо полностью все заполнить. Берем отсюда вот этот номер телефона. Вот он. Скопировали. Вставили сюда. Без пробелов. Надо эти пробелы все убрать. С пробелами Алиэкспресс не принимает. Если увидите вот больше, что такая вещь добавьте циферку, там что-то напишите, чтобы это красное ушло, потому что это нам не надо. Дальше пошли. Какой здесь zip-код? Вот он, zip-код. Вот он в адресе. Скопировали. Где он? Вот zip-код. Вот он, zip-код тебе. И сразу, видите, Париж. Вот департамент по, по zip коду осталась улица а здесь квартира квартиры нет это сохранить как основной адрес и confirm вот это у вас будет основной адрес то есть вот этот адрес никуда не теряйте. Никуда. Пусть он здесь все время при любой настройке здесь остается. И когда вы уже там поехали, начали смотреть товары и все такое, и эта настройка у вас ну, практически не будет сбиваться. И вот здесь, допустим, с дропшип-центра перешли посмотреть товар. У вас уже здесь все Франция здесь все подставляет французов и тому подобное. Надеюсь, все понятно. Это первый, вот, вот это всегда блокируйте Со, сообщение на рабочий стол, определение местоположения географическое чтобы там поменять язык и подставить определенные поисковые запросы. Вот это блокируйте всегда. Не давайте отслеживать, где вы находитесь, чтобы Алиэкспресс сам по себе не менял настройки. И все. Ну, пожалуйста, все будет выдаваться в евро, шипик во Францию. Если хотите посмотреть, есть куда-нибудь. Кликнули, там посмотрели, допустим, в Австралию. Вот цены по, вас, по Австралии. Ну и как мы уже договаривались. Вот цены по Канаде. И все. Вот и вся настроечка. Это у нас покупатель, это у нас дропшипер. Теперь дальше, когда уже там начали дропшипить начали искать товар вот я просто наугад там несколько товаров выберу вы сразу не начинайте там подсчет отсчет и так далее не надо вот так глянули так прикинули вам понравился товар а, этот там этот можно посмотреть этот можно посмотреть вот так набрали несколько товаров здесь создаете папку, фолдер. Ну, здесь на английском, но фолдер. Это дроп, допустим, продукты. Прод. Ну, главное, чтобы вы знали, о чем эта папка, что в ней. И вот так вот этот продукт. Не в панель закладок, а вот дроп продукт. Дан. Дальше. Этот уже подставляется само вот Сама эта папка. Down. Это. Down. Это. Down. Все. Набрали продуктов. <laughs> Набрали продуктов. Вот позакрывали. И, ну, это сейчас закрываем. И потом уже начинаем вместе там с остальными инструментами работать. Вот, вот они у вас. По очереди каждый товар анализируем и производим в общем, остальные действия, которые опишу в следующем ролике, как работать. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.